Удар молнии и вызванный им пожар стал причиной сложной ситуации в селе Калавертное Акжеикского района. Пожар возник на 7 участках района и достиг самого поселка. В 6 часов вечера пожар локализован. На место происшествия выехал глава региона Галий Искалиев. Степной пожар, по словам жителей села и лесников, произошел вечером 13 июля. Огненная стихия была вызвана ударом молнии по сухостоям в лесостепной зоне. Сильный порывистый ветер способствовал быстрому распространению пожара, который перекинулся на окраину села Калавертное. На место происшествия вместе со спасательными службами выехала и аким области Галий Искалиев. Одна машина здесь, одна машина той стороны, пожар. Вот третья, вот третья. Здесь река Урал вот так вот отдает, там установили мотопомпу. Машина как вода заканчивается, туда подъезжается. С разнесением рисуем сейчас, не переживайте. Все, что сгорело, там офисно будет делать. Ну, как положено, есть комиссия, завтра она будет считать. Сейчас самое главное сегодня потушить ночью, чтобы никто без крови не остался. Аким региона заверил жителей села, что специальная комиссия уточнит причиненный ущерб. Пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь. Из-за сильных порывов ветра огонь немедленно распространился на 2 жилых дома и 4 хозпостройки. Также сгорело несколько стогов сена. На данный момент задействовано 75 человек личного состава Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области, 11 единиц техники, сотрудники лесного хозяйства порядка 45 человек, 8 единиц техники, а также 35 добровольцев из числа местного населения. Для тушения пожара был привлечен и специальный вертолет. Три пожарных. Да? Здесь три пожарных. И два водовоза, да? Два водовоза. Два водовоза и один водолей. Водолей еще. Удар не снесли двору, маски, противогазы есть? Пожарные пошел, выделил. Они спецкостюмы все. Все спецкостюмы надо. Защитные. Да, киньте. Отмечено три степных пожара и два лесных. Это Чапаево в Есенсаевском лесничестве и Бударинское лесничество. Это Бударинское лесничество. 23, начался около 23:50. С этого момента наши пожарные и пожарные лесхоза и добровольное пожарное формирование. В 6 вечера пожар был локализован, а эвакуированные жители вернулись в свои дома. На данный момент идет уточнение площади пожара и нанесенного ущерба. По словам сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям, огонь перекинулся и на другой берег Урала, в район села Ахсохам Теректинского района. Здесь силами ДЧС и местного населения проведены соответствующие работы. По данным специальных служб, погибших и травмированных при пожаре, к счастью, нет. Село Калавертное Акжеикского района расположено на правом берегу реки Урал, 84 километров от областного центра. Всего в населенном пункте 50 домов, число жителей более 150 человек. Альбина Кумаргалиева, Айбек Сагенгалиев, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.